Я очень люблю город Харьков, и я вижу, что каждый год он развивается в лучшем направлении. Много зданий реставрируются, парки, очень все красиво, на высоком стандарте. Это очень приятно. То есть городская среда, она комфортна для жителей. Я рада видеть, как идет прогресс и как все меняется. Дуже багато проводиться різних ремонтних робіт, і не дивлячись ні на які зміни, таки чисто. Наприклад, в нашому дворі зараз ремонтується труба з водою, і я так розумію, що це ремонт теплотраси поруч з нами. Я думаю, що по всій Україні знають усі, що Харків – то найчистіше і одне з найкрасивіших місць України, і, напевно, одне з найкрасивіших таких місць в Європі. Харків знають по всьому бывшему Союзу, и это тоже очень приятно. Город очень большой, и здесь очень много классных зон для отдыха, для прогулок, для отдыха с семьей. Здесь можно реально классно провести время. И еще здесь очень чисто, вот почти нет мусора на улицах, что я заметил, очень классно. Во-вторых, передвижение, транспорт хороший, развязка транспорта очень классная. Много всяких учились, вузов, то есть можно даже никуда не ездить, здесь поступать. И вообще для молодежи здесь очень классно все сделано. И сейчас до сих пор строят, улучшают все. Поэтому город становится только лучше. Дороги у нас там окружную хорошо у нас там сделали, детских площадок много. То есть, в принципе, деревья все кронировали. То есть, когда обращались, были очень высокие деревья, потому что там могли они аварийные быть, пообрезали. То есть, в принципе, реагируют на все просьбы. Частенько бываем. Город очень нравится. Даже могу сравнить с Киевом, с Харьковом. Мне Харьков больше нравится. Да. Чистее. Есть куда сходить, больше парков. Мне очень нравится здесь архитектура, культура, в общем. Я сам человек немного творческий, поэтому я очень люблю посидеть, посмотреть на эту всю красоту. Вот. Мне еще нравится рисунок города. Если на карту смотреть, то в принципе все удобно, в центр все сводится. Очень опрятно. Парки, по крайней мере здесь, очень классно проводить время. Все хорошо, благодарю. Нормально, красивый город, чистый, все ухожено, все убирается. Ремонт дорог, и на улицах все проводится, да. И благоустраиваются и площадки, все хорошо, деткам все гуляют, хорошо. Делается у нас и дворы как-то благоустраивают, фасад у нас ремонтировали 2 года назад. В подъезде окна поменяли. Как-то постепенно что-то делается, конечно. Пусть так и будет. Просто надо наращивать. Не надо слушать эти предвыборные какие-то грязью поливают руководство города. Делается. То, что я вижу, это просто огромное изменение. И это меня очень удивляет, потому что в моем городе все стоит на месте еще с самого Советского Союза. Еще сравнительно город очень чистый и очень красивый. Здесь в прошлый раз, когда я здесь была, этого парка не было. И его так быстро сделали, очень красиво, очень классно. И очень много реконструкций сделали. Это тоже очень удивляет. Очень развивается Харьков. И если сравнивать с другими городами, в которых я была, то очень сильно развивается. Просто растет на глазах и движется прям в Европу, прям большими такими шагами. Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.